Impressi. Добро пожаловать damn, I don't sorry, I ran out of Russian. But I gotta find Anna. It's my main priority right now. I could not fucking stop playing this game because I need to find Anna. Anna! Где тебя? Мне нужно тебя. Мне тебя нужно. Мне ты, I don't really know. Пиздец. Блядь! Сюда, сука! Feeling very Russian today. I've been speaking a shit ton of that shit. Oh my god. Fuck. Yeah, man, if I fucking had a setup, dude, we'd be listening to so much Russian punk. I'm telling you. Guys, Russian punk's the dopest shit that you'll ever listen to. I'm just saying. Yeah, jai. Night vision scope, dope. Infrared laser. Huh. Внимание, центр на связи, точка сбора. Идет, разверяй, заблокируй внешние проходы, твари побеждения. А, блядь.
bees, yes! This music's like super intense. And scene. Whoa, whoa, whoa. Oh, mother. Are you fu- Oh, fuck! Shit! I got Anna! Anna! Get the bar! Damn it! Artyom, беги! Doom, da doom, da down, doom, da down, doom. This fucking
Fuck you, man! Ah! Excuse me. Vesna. Project. It's Project. Govchi. Выходи с поднятыми руками! Are you fucking kidding? There's another one! Damn. Пиздец. Посквизнова. Нет, не, посквизнова. Чего прячешься? Боишься, что ли? Правильно боишься! Пиздец! Нет, раз! Один!
These guys are fucked up. Артём, я знала! Сзади! Вечно найдется такой герой! А? Никого ты не спасешь, как и остальные! А ну, всё, не дергайся! Только не убивайте! Отпусти его! Помните, я говорил, был такой эксперимент... Заткнись! Артём, ты цел? Слава богу. Идем, доложим полковнику. Папа, это я. Аня, ты жива? Где ты? В медблоке Артем меня нашел. Слава богу. Молодец, Артем. Куда им теперь? Там как раз лифт прямо по коридору. Поднимайтесь к нам, командный центр. Идем. Только не спеши. Мне надо отдышаться немного. Вот это называли. Я уже думала, вряд ли найдем чего похуже, чем на Волге было. Силантий этот полоумный с фанатиками своими. Но оказывается, есть куда расти. Там чуть не убили, а здесь и вовсе съесть собирались. А вот же мразь какая. Поразительно просто. И ведь, похоже, правда, врач был. Ну ничего, посмотрим еще. Его-то мы точно пережили, так что... Богу, тебя простил. Я в порядке. Да кто же мог знать? Кто знал, что тут паре 20 людей? Ты понимаешь? Простите. Я, как лейтеха сопливый, повелся. Сам министр обороны меня примет. Еще честь давал. Тех, блядь, пахашек наблюдать. Ever since we fucking got out of that area. Ладно, ну дальше-то что? Did she fucking got? Не знаю. Сергей, что у тебя нашел? Комплексы ПВО, штабы. Связи давно нет. Но те, что светятся, минимум пару лет после войны. Зо, это что? Центр. Еще сибирский такой же отмечен. Опять в какой-то бункер нас потащишь? Этого не хватило. Не знаю, Аня. Решать надо всем вместе. Понимаешь? Вы бы поторопились, тут жарковато стало. Идиот, все нужно. Мы уходим. Секунду. Сейчас доломаем все. В темпе, в темпе. Все готово. Зря ты такая.
Я понимаю, конечно, что тут все чуть не кончено. Но обошлось ведь? Именно что обошлось, Сереж. А если в следующий раз пойдется? Our boys better not fight. Betiri. That's Tiri. No, 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 no! Похоже, окончательный овер. Пора и в настоящий правительственный бункер. Идиот. Визга, что подчинение, оккупация, что по законам военной, что в Москве тут генералы. Как сверил! Ну что, я повторю свой вопрос. И что теперь делать? Может, все же вернуться в Москву. Рассказать им правду про войну, про правительство. Нас на подходе расстреляют. И даже если пробьемся, что мы сможем против Ганзы? Да и кто нам поверит, доказать-то нечем. А может, вернемся на Волгу? Там вроде жить можно. А с местными что делать? Они нам, если помните, не особо обрадовались. Убить всех? Кто-то готов на такое пойти? Артём еще в Москве мечтал найти пригодное для жизни место и основать там колонию. Ну так может, пора уже это сделать? Идея хорошая, да. Только как место найти? По всей стране мотаться? Авроре капремонт нужен. Она рано или поздно встанет. Что тогда? Fuck is Anna Coffin? Что, спутники, свалить с этой гребаной планеты? На Каспии есть центр космической связи. Несколько лет после войны он работал. А, если нам удастся получить собранные спутниками данные... То ехать наугад не придется. Данные радиационной разведки и даже просто свежие спутниковые снимки могут нам здорово помочь. Это идея. А что, если в этом центре что-нибудь похуже каннибалов? Не исключено. Но, во-первых, теперь мы будем действовать осторожно. А во-вторых, есть идеи получше. У меня нет. Ну, значит, у нас появился новый план. Ну что, Артём, поехали искать твое идеальное место. Труби отъезд. Три месяца в пути, три месяца испытаний. После Ямантау мы уже готовы к чему угодно. От центра связи Каспи-1 нас отделяют считанные километры.
Найдется ли на хранящихся там картах безопасное от радиации место, где мы сможем, наконец, спокойно жить? Не знаю. Но что нам остается, кроме надежды? Пустыня дает о себе знать. Экипаж все больше страдает от жары и жажды. Да и Аврора не в лучшей форме. Уголь кончился, и ее пришлось перевести на подножный корм. Старые шпалы и хворост. Somebody say bratwurst? Haha, language jokes. Waiting for that loading. Damn, this game takes a long time to load. So sorry. Please forgive me. Okay. Пойдем. Да уж, приехали. Песок кругом и жара. Мне... Артём! Я, блядь. Что-то не нравится мне эта встреча. Пойдем. Эй, hey, I just said point out. Около дома с антеннами. Понятно. Что с бойцами, Дамир? Степан совсем плох. Остальные пока держат. В нашей форме получается только вот мы. Аня, вы с Дамиром боитесь на разведку. Надо этот чертов бункер и убираться. Вот только товарищ, понятно, как сюда убираться. В котле разве только чайку? А топлива и вовсе нет. Да, эту проблему тоже надо. Анна, дай за по... Поднимай бойцов. Готов к обороне. Скоро уйду. Поосторожнее, хорошо? Эти типы на машине. По виду обычные бандиты, но рисковать нельзя. Машина шла. Похоже, у них там пункт связи. А значит, информация там должна быть. А нам сейчас все... Кстати... Когда будешь готов, выдвигайся. Крест, а твоя дрезина наш потянет? Привет, Артём. What, Duke? God damn. Say привет. Ну она может только, ну и недалеко. Мотор и воды сколько взять негде. Да. Была бы солярка, Аврора и сама бы справилась. А, это как? Канам наготовленная. Есть и колосики. Пробка с водосварпунками. Под жидкой горючей. Что там с помещениями идет?
вроде кассера. Конечно. Рухляди все, надо будет. На разведку собираешься? Глянь, пригодится. Штуку сообразил, как сделать. Фабулы. И начинил взрывчаткой. Разрывные пули, короче. See, I like this guy. Окей, занимаем поезда, идёт к паровозу. Я тут пока наведу порядок, потом... Можешь сам, там все несложно. Пушки не забывай чистить регулярно. Песок, сам понимаешь. Разрешите приступать? Разрешаю. Ну, я пошел. Кто-то, Алёша, разошелся сегодня. На солнышке перегрелся, что ли? Мы тут крепкие. Я его сменю, когда Степана... Прорвемся. Я на пост. Standard barrel. Well. Подожди, я с тобой. Прошвырнемся, может, полегчает. Степа, ты же еле ходишь. Лучше отдай, не твоя... Да, мыча. Что-то мне хреново совсем. Вольно. Артем с Дамиром просто на разведку. Не воевать ведь собрались? А если нападут на них? Тогда они сразу обратно. Вы с Сэмом их... Так что отдохни пока. Тём, мы тут сами управимся. Got into a desert in fucking Russia. Fucking... Тебе же вроде урона, Артём. Здесь все тихо. Scared me a little bit, I'm not. What the fuck? Oh, they're just burning because it's so hot out here. Okay. God, my butthole. Oh, Jesus fuck. Yeah. Oh no. This is a searchable area. Ugh.
Ribe, that means fish. Roll for fish. Shut the fuck up! Change back to this. That's it? No. Damn, what am I got? I thought it was like dramatic music. Fight me, asshole. Артём, связь! Не вижу тебя! Oh no, no, no. Don't, ah! Fucker! God damn! Tough. Right, good luck with that, pal.
человека. С хозяевами этой таратайки, я так понимаю, летать уже не получится? Несговорчивые какие. Хотя, будь у меня такая машина, я бы тоже отдавать не захотел, небось. Едешь себе, кум королю, это же не пешком по жаре топать. Кстати, как раз сейчас и опробуешь. Пока ты тут в песке куличики лепил, я антенны разглядел. Значит, и центр связи там. Думаю, на маяке он, так что дуй туда. Маяк огромный, не пропустишь. Мне тут еще надо понаблюдать за окрестностями базы, но как освобожусь, может, отправлюсь к тебе. До встречи! I get to drive, fuck yeah. I'm gonna let this bitch stop saving and then I'm gonna play something else. Ah, man. Alright. It's been real.